В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается голосование за объекты благоустройства на территории Фурманского района. Голосование стартовало 15 апреля текущего года. Определить, какой именно объект нашего города нужно привести в порядок, может любой желающий, достигший 14-летнего возраста. Территория, которая наберет наибольшее число голосов, будет благоустроена в 2023 году. Напомним, для голосования в нашем районе определены два места. Первое – это зона отдыха вдоль реки Шача от улицы Октябрьская до Революционного проезда, где планируется создание зоны отдыха, новых пешеходных троп, освещение и озеленение. Второе место – общественная территория в границах улиц Советская и Социалистическая. Здесь планируется укрепление откосов оврага и озеленение. На сегодняшний день в Фурманском районе проголосовало 7234 человека. Убежден, что в вопросах благоустройства крайне важна поддержка людей. Поэтому приглашаю каждого из вас принять участие в голосовании и поддержать проект благоустройства территории в границах улиц Советская и Социалистическая и зоны отдыха вдоль реки Шача от улицы Октябрьская до Революционного проезда. Напомню, главная цель программы – сделать жизнь граждан более комфортной благодаря созданию качественных и современных общественных пространств. Только вместе мы сможем реализовать уникальную возможность для создания современного облика нашего города. Сделать так, чтобы любимые многими поколениями места отдыха обрели новую жизнь, стали уютными и комфортными. С 2018 года в Ивановской области преобразили 437 общественных территорий. Все решения по благоустройству от выбора дизайн-проекта до финальной приемки строительных работ принимаются вместе с жителями. Участие в голосовании – реальный способ повлиять на развитие своего родного города. Голосование продлится до 30 мая. Принять участие можно на портале 37.городсреда.ру. Кроме того, волонтеры продолжают выезды на промышленные предприятия города, призывая фурманцев активно включаться в рейтинговые голосования регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».